Привет! Это Реборн. На одном из моих последних стримов мой анонимный подписчик через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть очередной ролик у Вантушичи, который называется, короче говоря, «Я уменьшился». Но прежде чем его начать смотреть, не забывайте подписываться на телеграм-канал, на Трову и на группу ВКонтактике. Ссылочки все будут в описании. Теперь погнали посмотрим ролик, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали! Короче говоря... Я уменьшился. Окей. Это была пятница. Я второй час сидел за ноутом в поисках средства для ускорения роста волос. Зачем? Потому что моя нынешняя прическа не нравилась буквально всем. Ой, да ладно тебе. Ну, месяц пройдет, и тебе волосы будут уже длинными. Я вот сам, вот видите, побрился недавно. И, скорее всего, неделя, я уже буду опять мега-бородатый. И слава богу, потому что я абсолютно мне не нравится, как я выгляжу без бороды. Какой-то странный, стрёмный чувак. Напишите в комментариях ваше мнение, мне интересно будет почитать. Сейчас так раз, дофига оскорблений, я буду плакать еще бабушке, больше. Прохожему на улице, аквариумным рыбкам. Дай вообще виноградику. Особенно обидно за виноградик. А почему обидно? Типа, ему-то хотя бы можешь ответить. Типа, он такой, фу, отвратительная прическа. Ты берешь его и ешь. И он тебе больше ничего не сможет сделать. Отлично, по-моему. Заказал средства через интернет. Через несколько дней приехала посылка. Я открыл коробку. Ну-ка. Достал крутые наушники со встроенным. Они ни хрена не работали. С устроенным чем? Достал изюм. Странно, ведь я заказывал виноград. Видимо, долго шли. А через сколько он сказал, пришел? Виноградик. Я заказал средства через интернет. Так. Через несколько дней приехал. Так, через несколько дней. Что-то, по-моему, за несколько дней явно виноград не превратится в изюм, нет? Странно, ведь я заказывал виноград. Достал средства для ускорения роста волос, какая-то Совсем недавно, насколько я помню, в ролике... В каком? Я высокий, насколько я помню, да? Вот этот вот, вот эта вот дичь была тоже в видосе. Это отсылочка такая. Неплохо, неплохо. Способ применения втирать. Я начал втирать Втирать какую-то дичь, это прям хорошо. Вот чисто за это лайк надо поставить. Только диджок спал, проснулся, сел на кровати, но не мог достать ногами до пола. Посмотрел вниз. Я уменьшился. Офигеть. Никогда бы не подумал, что у меня такой грязный пол. Надо попробовать аккуратно. Чё, он какой-то слишком мелкий, нет? Распуститься. Аккуратно прям. Зашибись. Я поднялся на... Сейчас с таким звуком. Неужели это средство так повлияло на меня? Скарабкался на стол и дошёл к этому странному шампу. Увеличение количества пальцев на спине, разжижение подбородка, покраснение мочки левого уха. Ой, можно мне, пожалуйста, вот такой вот, типа, побочный эффект, потому что он самый какой-то, ну, лайтовый. Уменьшение размеров тела десятикратно. Тут, по-моему, больше, чем десятикратно. Стал читать возможные побочные эффекты. Увеличение количества пальцев на спине, разжижение подбородка. Да проверь на самом деле, кстати, пальцы. Ой, спину, может быть, там пальцы. Покраснение мочки левого уха. И уменьшение размеров тела десятикратно. Что ж, все понятно. Теперь ясно, из-за чего у меня покалывает мочка левого уха. Так она только покраснеть должна, а покалывать это уже другие спецэффекты. Спецэффекты. Побочные эффекты, блин. Ты кому-то сообщить, что со мной произошло. Рядом стоял открытый ноут. Я встал на тачпад. Прыгнул два раза. Открылся браузер. Я зашел в ВК. А зачем прыгать два раза, там, по-моему, под тачпадом есть же кнопки это, механические. Решил типа. Написать Роме, это будет непросто. Прыгнул на кнопку P, перешагнул на R и далее по порядку. Через полчаса я закончил писать, смотрел на результат. Надо было раскладку переделать. В комнату вошел Рома, я обрадовался. С кем он поздоровался, вообще не понял. Насмотрелся и ушел. Он его не в смысле? Что дверь оставил открытой. Рома закрыл дверь. Ты зашибись. Зачем он ее закрыл, я не понимаю. Подождать его. Аккуратно спустился. Опять аккуратно. Поднялся, побежал к двери. Через полдня добежал. Ну как не выйти? Да ладно тебе, полдня. Тут бежать-то ему... Что? Ну пару минут максимум, даже меньше. Что, что я сделал маленькую дверь в двери на случай, если уменьшусь до 10 сантиметров? Серьезно, что ли? Прям вот серьезно. Типа ты об этом думал всю жизнь такой. Надо сделать маленькую дверь на всякий случай. Почему шел нет? С комнаты. Рома чем-то занимался на кухне. Но добираться до туда я буду долго. Заметил проходящего мимо кота. Было бы странно, если бы я не заметил туловище огромного животного. Я оседлал кота. Он пошел. Фига себе, как он на него сел вообще. В другую сторону. А конкретно к лотку. Я смиренно подождал, пока он делал свои дела. Смиренно подождал, пока он загребал свои дела. Смиренно подождал, пока он пил из унитаза. Фу, какая мерзость. А если упадешь, блин, тебя смоет. Смиренно ждать, пока он спит, я не стал. Ну согласен полностью, типа, зачем? Это еще много времени пройдет. Быстрее доберусь пешком. Пришел на кухню. Попытался привлечь внимание. Можно было не пешком идти, а бежать. Рома кричал, пищал, визжал, молчал. Только после этого Рома заметил меня. О, нифига себе, кто-то замолчал, наконец-то. Обрадовался. Рома взял тапок. Я перестал радоваться. Верно, он думает, что я таракан. Что-то какой-то здоровый таракан. 10 сантиметров, как бы не таракан, нифига. Но замахнулся. Я отпрыгнул от удара. Снова отпрыгнул. Закричал. Я не таракан! Я знаю! Я всегда мечтал это сделать, да? Я хочу жить! Живи на здоровье, я просто пытаюсь убить эту муху. Какую муху? А зачем пытаешься убить меня? Точнее, пытаешься попасть по мне, тогда непонятно.
Да, это же винт здоровья. Вот это прям хорошо было. Ой, блин. Ром, это будет очень сложно объяснить. Да в смысле сложно объяснить? Он же тебя и так видит и видит, что ты мелкий. В общем... Да, угадаю. Наверное, ты хотел ускорить рост волос с помощью специального средства, но наутро обнаружил, что уменьшился из-за побочного действия. Ну, в общем-то, да. Так ведь так. На тюбике написано, что через неделю ты вернешься к нормальному размеру. А... Там надо так написать. Как я тогда буду жить все это время? Так ведь я специально для такого случая сделал из разных материалов небольшой городок. Слушай, откуда вы все знали то, что он уменьшился? Типа, один сделал этот дверь мелкую, другой городок. Как это работает? Интересно, сколько они это все делали? Или они это купили где-нибудь? Знаете, этот городок выглядит каким-то очень заброшенным, как будто бы это... Чернобыль. Вау, круто! Отвратительно! Да чтобы тебе... Какого? Типа, чуваки, ну ладно, окей, вам будет вместе веселее. А жрать-то кто вам готовить будет? Чего вы есть-то будете? Мне было скучно, я тоже втер какую-то дичь и уменьшился. Зачем вы втираете какую-то дичь? Это очень круто, Ром. Ну а как мы теперь будем питаться, питаться и вообще жить? Вот, типа, я тоже об этом подумал. А как? Что вы кушать-то будете? Об этом я что-то не подумал. Действительно, надо было бы все-таки. Короче говоря. Но у вас есть кот. Можно его и... И... Ну, вы поняли. А пить что? Ну, да, из унитаза максимум так же, как киса. Я уменьшился. Ну, а пока я втираю какую-то дичь, у тебя есть время... Больше не надо втирать какую-то дичь, пожалуйста. Чтобы поставить лайк и подписаться на канал. А также рекомендуем посмотреть ролики YouTube в реальной жизни, короче говоря. Видос, как обычно, офигенно получился. Спасибо большое анонимному моему подписчику за то, что он попросил меня его глянуть. Огромное спасибо вантушечкам за контент. Что-то я давно так прям не ржал. Офигенно, мне очень прям зашло. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.